Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вместе с вами полистать раскраску «Чудесные мультфильмы». Серия «Планеты детства». Раскраска достаточно тоненькая. Мне, в общем-то, понравилась обложка, когда я попросила меня заказать своего друга. В общем-то, я ее даже не листала, мне просто нужно было к заказу что-нибудь еще кинуть в корзину. Вот. Но я, в принципе, раскраской довольна. Здесь идет по двум сказкам: «Золушка» и «Русалочка». Бумага тут белая, гладкая, ну, такая офисная. Хорошая иллюстрация. Я с огромным удовольствием ее раскрашу. У меня есть детская раскраска «Золушка» такая, ну, тоже тоненькая, но именно полностью по «Золушке». Но здесь совершенно другая рисовка. И тоже очень классная. И там бумага более шероховатая, здесь более гладкая. Короче, такое, знаете, разнообразие. Красивые очень иллюстрации. Я люблю такие детские раскраски. Почему бы и нет? Тем более раскраска детская, а раскрашивать можно и по-взрослому. Ну, как будет желание. Так, ну и «Русалочка». Здесь, конечно, уже иллюстрации попроще, но тоже хорошие, в принципе. И, ну, они, знаете, более как бы детские такие, естественно. Ну, при желании, я думаю, можно как-нибудь интересно раскрасить. Ну и вообще отдыхалочка будет приятная. И вот так она выглядит с обратной стороны. Раскраска старая достаточно, 2007 года. Но она и стоила недорого. Мне ее как бы подарили, а кто дарил, обошлась там в 10 рублей всего. В 10,50, как-то так. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам хорошего настроения, здоровья, вдохновения и уютных раскрашивательных вечеров. За посторонний шум прошу прощения, у меня здесь рядом спит собака. Это мне не спится, я снимаю для вас видео. Вот. А пес наслаждается. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!